My Art. Ну что, мы в Венеции, здесь Биеннале, и у нас всего пара-тройка дней, чтобы все обижать. Начинаем путешествие, конечно, здесь, у Золотой башни. Ну хорошо, Золотая башня. Джеймса Ли Байерс. Это американский художник, он когда-то жил в Венеции. Почему когда-то жил? Потому что на самом деле он умер 20 лет назад. Он работал с муранскими стеклодувами и придумал эту башню очень давно. И по его задумке Золотая башня должна соединить землю и небо. Ну, будем считать, что получилось. Погнали! Приехал на Биеннале, конечно, обязательно зайди на выставку Дэмина Хёрста. Она разместилась сразу в двух помещениях. Готовил он ее 10 лет. Ну, на самом деле, невероятный срок для современного искусства. Что на выставке? 200 экспонатов. Их как будто, я подчеркиваю, как будто подняли со дна морского. Все они якобы были грузом на корабле невероятно. Начинается все прямо вот здесь, у здания таможни. Вот первая скульптура, первое произведение искусства. Очень часто здесь говорят: не трогайте ее, пожалуйста, attenzione, отойдите, don't touch. Но понятное дело, кто ж вообще избежит этого. Сюжет о Минотавре трактован Хёрстом абсолютно по-своему, хотя кто мы такие, чтобы утверждать, что ничего этого не было. Ну и понятно, что затонувший корабль был полон золотишка. Вот оно тоже здесь представлено в витринах, все, что подняли со дна морского. Ну и самые масштабные здесь две большие скульптурные группы. Сражение Гидры и Калли. Калли – прекрасная девушка, с мечами сражается с огромной-огромной гидрой. И представлены они в двух вариантах. Собственно, одна поднята со дна морского, как известно, а другая – голенькая и гладенькая. Мы пришли в палаццо Грасси. Завершаем уже Хёрста на сегодняшний день. Гигантомания. Сейчас покажу. Гигантище. Три этажа, и замечательно, что стоит он в здании, поэтому понятно, собственно, какой он высоты. Называется он «Демон с миской». Для чего демону миска? Что он таскал в мисках, непонятно. Ну и, конечно, легенда о том, что вот такое можно вытащить хоть с какого-то корабля, немножечко меркнет, потому что непонятно, какого размера должен быть корабль. И рядом отдельно лежит голова демона. Не знаю, что более впечатляющего, тело или его голова. Сижу напротив Андромеды и морского монстра. Морской монстр какой-то чудовищный. Осьминог, акула и рыбище какая-то еще. Андромеда вполне себе и тоже так открывает рот, что я не знаю, кто кого съест. Андромеда остается ждать своего Персея, мы идем дальше. Девушку спасут. Это точно известно, кстати. Венеция, конечно, лучшее место для такой выставки о том, что все затонуло, но все-таки спаслось и все-таки выжило. Посмотрели Хёрста, идем около воды дальше. Ну, с перерывом, наверное, на бокал просекко. Как по-другому-то здесь?